На итоговой коллегии поднимался вопрос и о судьбе аккумуляторного завода в Брестском районе. Его пусконаладочные работы находятся под вниманием различных контролирующих служб, в том числе и санитарной. Какое содержание вредных веществ в атмосферном воздухе и в почве на границе санитарно-защитной зоны завода, каковы результаты лабораторного контроля? О цифрах и статистике главный санитарный врач Брестской области Елена Ильяшева. За 18-19 годы из проведенных 2500 исследований на свинец атмосферного воздуха, превышение предельно допустимых концентраций, а свинец в воздухе предельно допустимая концентрация – это 1 микрограмм на метр кубический, обнаружено не было. И следует отметить, что из 250 исследований на свинец, проведенных в 2020 году, все результаты были ниже предела чувствительности прибора, который составляет 0,18 микрограмм на метр кубический. Как я уже сказала, ПДК свинца в воздухе 1 микрограмм на метр кубический. Кроме атмосферного воздуха, нами велся лабораторный контроль содержания свинца в почве, а также в воде децентрализованных источников водоснабжения. Только за 2019 год мы исследовали 152 пробы почвы. Концентрация свинца в них была в разы ниже ПДК, а в воде водоемов не было обнаружено свинца вообще.